После закладки в хозяйстве плодового сада плотного на карликовом подвое необходимость появилась в монтаже капельного полива. Первый сад, который был заложен в деревне Бараново, провелся монтаж капельного орошения с станцией фертигации, с искусственным водоемом. И в 2019 году был запущен полив. Урожайность составила 47 тонн с гектара. Значит, существенная прибавка, конечно, из-за того, что была возможность подать в нужное время как влагу, воду, так и элементы питания растениям. Площадь была в данного сада 37 гектар. Монтаж проводила фирма «Полымя» и нетофимовское оборудование полностью, как на станции, так и вся капельная трубка, полностью эмиттерная, монтировалась от данной фирмы. Показалось, что в работе надежная, простая система. Как я уже сказал, при существенной прибавке урожая, это порядка до 10 тонн с гектара, было принято руководителем хозяйства смонтировать капельный полив в саду Квасовка на площади 180 гектар. Монтаж проводился также собственными силами, шеф-монтаж со стороны Полымя. Выкопан был водоем искусственный площадью около 2 гектар. Смонтирована, построена станция, фильтрация, также с емкости для удобрений и фертигации. Возможность также вносить в нужное время, в нужные фазы развития растений нужные элементы питания. И в этом году у нас на 155 гектарах в саду Квасовка также есть возможность проводить полив и подкормку растений. Также надежно, также просто можно на удаленке работать, проводить полив, следить за работой. Качеству никаких вопросов нет, система себя оправдывает. И также надеемся, что прибавка урожая будет существенная и в данном году на этой площади, на которой проводим полив.